больную тему по этим квадратным метрам. Давайте начнем с того, что вот в городе есть Ачинский цементный завод. Цена цемента сколько? 7 тысяч. Цена доски сколько? 22 тысячи. Цена металла сколько, арматуры? 84 тысячи. Стоимость квадратного метра получается, себестоимость 70 тысяч. Кто будет покупать? Хотя будут покупать, но надо как-то... Вот сегодня министр лесной промышленности на комитете были, заявил в услышание, 3 раза доска дешевле. Пошел в магазин, как была 22, так и есть. А мы дотации выделяем на заготовку. Металл, доллар, говорили, доллар поднялся, доллар упал, а металл тот же самый. Цемент, с чего такого фига взял 7 тысяч за тонну? Как делать, как работать? Вот здесь надо тоже вспомнить. Без вопросов.